очень сложно разделить свою жизнь на работу и, собственно, жизнь. То есть 8 часов в день я делаю что-то не то, что мне нравится, а потом выхожу оттуда, 8 часов проходит, зарплата остается, и начинается жизнь с друзьями, увлечениями, семьей и прочим приятным. К сожалению, работа занимает такое количество времени, что если выключить это время из жизни, то на жизнь времени практически не остается. И никакие деньги не в силах искупить ощущения, которые испытывает человек на нелюбимой работе. К сожалению, сейчас государственной программы профориентации практически нет. По крайней мере, я, мать двоих почти взрослых детей, ничего об этом не знаю. А специализация в школах начинается очень рано. И желая выбрать своему ребенку перспективную, возможно, очень нужную, востребованную, хорошо оплачиваемую специальность, можно оказать ему, в общем, очень медвежью услугу. Поскольку совершенно не факт, что через 5, 7, 10 лет это дело станет для вашего ребенка любимым. Человек так устроен, что вряд ли он добьется многого, занимаясь тем, что ему не нравится. Как выбрать любимое дело, как не разочароваться в нем и верить в себя после первой, второй, третьей, может быть, десятой неудачи, ответы на эти вопросы дает большое количество успешных, реализованных и хороших людей в книге Ирины Лиленко. Давайте издадим эту книгу.